Уважаемые друзья, продолжаем наш путь. Ой, трясется наш телефончик. Вроде подвеска новая, но она не очень сильно фиксируется на зеркале. В общем, я могу на тему этих телефонных гаджетов диссертацию защищать и рассказывать о том, какие они негодные в большинстве своем. Еду сейчас в сторону Исани, но через Тбилисское море. Кстати, куда-то сюда скоро перенесут зоопарк окончательно. Наконец-то у животных будет возможность спокойно относительно жить, потому что, говорят, территория большая. Не знаю, насколько все это близко и смежно с автомобильной трассой. Сколько их будет беспокоить это, но вот там, где сейчас находится зоопарк, это, конечно же, ужас. Площадь Героев, рядом это скоростная трасса, 24 часа в сутки движения. Бедные животные, наверное, уже привыкли к этому и уже мутировали. Если посадить за руль, они, наверное, совершенно спокойно заведут машину и куда-то поедут. Так что кошмар. Вот директор зоопарка, кстати, вот выступал с заявлением к новогодней ночи, просил, чтобы люди, которые живут там рядом, по периметру, воздержались от использования пиротехники. Кстати, многие этому совету последовали. И потом он выступил уже после новогодних праздников с благодарностью, что более не менее пощадили животных. Но это на районе зоопарка Савуртало, да, там улица бывшая Хельянская, Долица и так далее. И вот новые корпуса, которые со стороны Чавчавадзе. Что в городе творилось там по большому счету. Вот Тбилисское море, кусочек виден. И чайки летают над водой. Ой, вот сейчас будет видно красиво. Посмотрите, какая прелесть, гладь и благодать. Ой, хорошо, что я поехал через Тбилисское море. Посмотрите, какая прелесть. Обожаю это место. Вот когда вот летом мы сюда приезжали к бабушке на Тевзе, ТМК поселок, потом вот на велосипеде я вот с тамошними своими друзьями, соседями, мы вот так вот перебегали от Тбилисского моря, такие круги давали, то есть у нас была какая-то длиннющая экскурсия, здесь еще небольшое было место, сосисочная какая-то была, я помню, и вот мы приходили, я-то тогда кушать не любил, честно говоря, и вот когда меня приглашали, вернее не приглашали, а тащили уже есть, уже там шел весь непереводимый фольклор от моих близких, особенно от бабушки. Это были и взывала к небесам, и проклинала. Все, ну, у нас же проклинают, это значит благословляют, да? Ну, иногда. Шучу, конечно же. Ну и вот, дорогие друзья, мои друзья любили там эти сосисками побаловаться, сосисочной. А потом уже, когда подросли, можно было там и немножечко холодного пива попить. Все это было шикарно, по всем правилам. Я настолько не любил есть, что я пивом наедался. Вот, здесь тоже что-то происходит. Здесь батарейки какие-то солнечные. Под солнечными батарейками стоянка автомобилей. А что там за скобками этой стоянки? А может быть здесь ипподром или что-то спортивное? Не знаю, знаете, вот, честно говоря, здесь так изменился ландшафт. Я сейчас имею в виду по левую сторону, на той стороне, где берег, что мне даже сложно представить. Я говорю, что один раз нужно набраться там совести, посмотрите, как он ездит навстречу, полюбить свое здоровье, наконец, и выйти сюда пешком. У меня был сотрудник, кстати,
инженер спутниковой станции, который вот каждое утро на велосипеде с Киевской улицы поднимался сюда, а потом на велосипеде, да, здесь он тоже давал круги, потом еще вот бегал, занимался какой-то спортивной там зарядкой. И хочу отметить, что всегда был и есть в хорошей форме. Здесь почему-то заборы сломали, повалили. Правда, сейчас 10 градусов, но мне чуть-чуть жарковато, хочу сказать, хочу признаться. Ну вот для второй машины я купил очень хороший вот этот держатель, прищепочку. Для этой что-то не то. Она более стационарная, очень хорошая. Как стационарное устройство, она очень хорошая. Держалка. Вот к писаному столу вот прикрепить и там делать какие-то включения, да, прямую трансляцию. И потом для какой-то съемки, макросъемки очень удобно там зафиксировать. Сейчас, кстати, очень много интересных идей для съемок есть на наших этих платформах, и в ТикТоке, и на Ютубе, Инстаграм. Как снимать эти ролики, чтобы было бы красиво и эффектно. И вот, дорогие друзья, появились уже корпуса наши в Аркетиле, в Азисубане. В Аркетиле это китайское поселение Хуалинг Плаза. Кстати говоря, мой, я бы очень хотел приехать в торговый центр Михаус, но сейчас меня ждет на Исане мой Бесо. У него павильон есть, очень хорошая одежда, честно говоря, дорогие друзья. И вот он уже для меня собирает весеннюю коллекцию, чтобы я не как какой-то этот лохмотья выступал бы перед вами и в эфире, чтобы вот такой более-менее образованный был бы. Не образованный, а более-менее прилично выглядел бы. А вот сейчас мы вот завернем. И через Азисубани как раз наши зрители просили попасть в Азисубани. Какие-то ямы. Да, в Азисубани просили попасть, показать, что-то происходит. Вот мы сейчас как раз с вами и выйдем, но запишем там уже новое видео. И вот под эгидой этого нового видео уже будем ехать в сторону Исани, дорогие друзья. Я думаю, что вот Бесо меня подождет, дождется меня. И если там будет что-то интересное, и у него прилавок не будет весь уже убран и собран, то в этом случае я вам покажу, какой есть ассортимент, что можно приобрести у наших друзей. Вот к этой весне они очень так четко обновляют свою коллекцию и приносят. Цены демократичные и демократические, более доступные, чем в брендовых магазинах. Я теперь не имею в виду совсем там ширпотреб, где вот за 15-20 лари какие-то гадости можно купить, которые воняют формалином. Хотя у нас в обычных магазинах тоже на скидках, в период скидок, тоже нормальные цены бывают. Тоже хочу отметить, доступные. Хотя, еще раз, хотя при всем этом нужно сказать, что вот так вот сейчас кто-то меня опять ищет. Что-то покоя мне не дает, понимаешь? Кто это? Ага. Так. Эй, а что это? Как я? Ага. Калерия, что такое магаз? Ордения, что? Мелко цамове, дехла и санши бадара. Сакме мокс, да мовал ман сапорещи, да? Что ты сапорещи? Мелко гай гамове, да? Ай чамов дивар, мелко варгатилит. Уже практически приехали, дорогие друзья. Ага, видите, у нас и включение, и общение, все вместе, дорогие друзья. Давайте продолжим уже на следующем ролике, где мы поговорим о микрорайонах.